Поэтому в руку' человек должен сказать «Субхана Рабби Аль-Азим», «Субхана Рабби Аль-Азим». Многие люди неправильно произносят эту фразу. Многие говорят «Субхана Рабби Аль-Азим». Тем самым меняют смысл. Правильное произношение слов, которые верующий произносит в поясном поклоне в своих молитвах «Субхана Рабби Аль-Азим». Потому что если он скажет «Субхана Рабби Аль-Азим», то смысл этой фразы будет следующий. То есть «Пречист Господь Великого». Эта связка будет называться «мудов, мудов иляйхи». То, что есть какой-то Господь, есть кто-то великий. И Господь этого великого, «Субхана Раббиль Азим». «Субхана Раббиль Азим» звучит эта фраза. «Пречист Господь Великого». Однако надо говорить «Субхана Раббиль Азим». «Субхана Раббиль Азим». В данном случае это будет переводиться как «Пречист мой великий Господь». Пречист мой великий Господь, то есть он далек от всяких недостатков. И то же самое мы можем сказать о земных поклонах. Что человек в земных поклонах не говорит «Субхана Раббиль А'ля». Нет, «Субхана Раббиль А'ля». «Субхана Раббиль А'ля». Это нужно уяснить, это нужно правильно произносить.